Привет! Сегодня обсудим, как искать элементы в сортированном массиве. Начнем традиционно с кода, который читает вход и выводит ответ. Вход в этой задаче состоит из целых чисел, поэтому можем переиспользовать трюк, которым пользовались в задаче о рюкзаке. Что это за трюк? Мы читали по строчке из стандартного потока ввода, разбивали строчку на кусочки, и затем каждый кусочек пытались привести к целому числу. На первой строке входа у нас записано число n, ну а далее следует n элементов массива. На второй строке k и, соответственно, k запросов. Для каждого запроса нам нужно найти его позицию или индекс в массиве и вывести все индексы через пробел. Теперь напишем тривиальную реализацию функции findPath. Она принимает массив и запрос. Для этого воспользуемся методом index, который есть у списка. Соответственно, индекс возвращает нам индекс элемента, начиная с нуля. Так как по условию задачи у нас элементы нумеруются единицы, нужно добавить к нему единичку. Если же элемента query в списке x нет, то индекс поднимает исключение, которое мы должны явно обработать. И вернуть в этом случае минус 1. Добавим вызов функции main в конец модуля. И проверим, что все работает на примере. Пример я, как и всегда, взял со страницы задания и сохранил файл. Ну, посмотрим, что получилось. Действительно, 8 у нас в третьем месте, элемент 1 на первом месте, 23 у нас в массиве нет, единичка все еще на первом месте, ну и 11 тоже нет. Кажется, что все верно.